junk and the fat gone secret. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Греции. Тренируюсь в Спортпаласом. И you should try this ball over here on your dacha, on your home, wherever you want. You have nothing to lose. Thumbs up. Стенка хорошая, как разминка отличная, отработка точности ударов, резкости, координации, где-то даже силовой. В таком темпе буквально 3-4 минуты и ты уже размялся, пульс поднялся, ну и плюс в принципе получил такой заряд бодрости, энергии. Вообще она изящная, когда стоит на корте, идешь мимо, всегда хочется взять ракетку и об нее немножко так вот попить. Всем привет! Меня зовут Петросян Артур. Я руководитель теннисной школы Sport Palace Team на Крестовском острове. Хочу вам сегодня сказать несколько слов о нашем новом приобретении. Это надувная стенка, предоставленная нам нашими партнерами PSKB Bank. Производится данная стенка в Петербурге. Петербургский бренд, производитель, компания Time Trial Air. Очень хорошая, эффективная вещь. Используем в основном для разминки с нашими юными теннисистами, которым тяжело держать мяч об обычную стенку, где отскок быстрый, соответственно, держать мяч долго им тяжело. С данной стенкой это происходит лучше, за счет того, что она надувная и, соответственно, гасится немножко отскок. У детей больше времени на подготовку к удару, подход к мячу, соответственно, очень эффективно для разминки перед хорошей тренировкой. Вариантов использования масса. Если эту группу 5-6 человек отбили, оббежали, вернулись на место, куча вариантов. Думаю, что тренера найдут варианты, как правильно ее использовать. Еще мы ее используем и с играющими спортсменами. Можно отработать игру с лёда, и мы отрабатываем для тех, кто играет парные игры, участвует в соревнованиях. Значит, устанавливаем ее с одной стороны сетки, игрок становится с другой стороны. Соответственно, тренер кидает мячи, отскок в игрока. Соответственно, надо реагировать быстрее, играть по месту, работа ног. Такой вариант использования тоже. Но в основном, как я сказал, мы ее используем для наших юных теннисистов. Плюс еще есть вот такой момент. Значит, два варианта. При таком установлении стенки, более ровном, отскок более прямой. Соответственно, мяч летит прямо. Если мы ее немножечко облокачиваем сюда, значит, угол меняется вверх больше. После отскока мяч отскакивает больше вверх. Соответственно, больше времени есть подготовиться, забежать к мячу. Разные варианты, тоже используем этот момент. Тем спортсменам, теннисистам нашим, которым совсем тяжело дается держать мяч, данный вариант намного лучше подходит. Им дольше держится мяч. На ровной стенке такого не получится. Там всегда отскок один. Вариантов как-то изменить наклон такого нет. Здесь это есть. Соответственно, с этим наклоном нашим юным теннисистам проще держать мяч. Хорошая вещь, что-то новенькое. Детям это нравится, соответственно, нам тоже. И думаю, что приобретайте, не пожалеете. И уверен, что вам она тоже понравится так, как она нравится нам. Всем удачи, пока! Thank you.